Добрый день, дорогие друзья! Решили поделиться интересной информацией, то есть, что наконец-то мы начали нести полезную информацию не только, так сказать, взрослым обывателям, но и решили приучать молодежь, то есть непосредственно школьников, к такому понятию, что же такое теплицы, что такое закрытый грунт. Вот. И в данном проекте мы построили в одной из школ теплицу по современным технологиям для того, чтобы школьники в процессе обучения занимались не только тем, как работают компьютеры, это очень хорошо, но и непосредственно, как и выращиваются растения, в том числе и в закрытом грунте, потому что IT-технологии хорошо, но сельское хозяйство тоже должно развиваться. И если со школьной скамьи не показывать, что такое теплица, что такое закрытый грунт, не рассказывать, не выращивать, то есть в дальнейшем просто-напросто дети могут потерять понимание, что томаты, огурцы, к примеру, они не появляются в маркетах, а они выращиваются, то есть в том числе и в теплицах. Поэтому вот один из таких проектов мы решили показать и приучать молодежь к тому, чтобы они жили в гармонии с природой и в ритме прогресса. Вот эти три барышни были постоянно с нами. Спасибо за моральную поддержку. Значит, теплица Meatweider 6/8 на фундаменте. Двери двойные. Форточки в дверях. Так. Верхняя форточка открывается электроприводами. Экостаровские электрообогреватели. Плюс диодные лампы. Пульт. Щит. Полив, бочка, станция. Хантеровские клапана и сам хантер. Дежурка.